приветствую. Ну, все-таки сама такая раскачалась я. Хочу все-таки поговорить, как легко людей читать как книжку. Ну, во-первых, да, по фразе «здравствуйте». Дальше можно прочитать человека, который либо, когда ему плохо, он закрытый, тоже по фразе «здравствуйте», да, либо ну, такой надменный, тут может ближе уже, когда знаете человека, можно понять, люди, которые не здороваются. Не то, чтобы со всеми не здороваются, а с теми, кто, ну, скажем, не то, что недостоин их «здравствуйте», а просто, допустим, ну, может, унизил когда-то, может, как-то повел себя нетактично, либо, ну, что-то такое делает, что, ну, вот бывает, что не может человек напрямую высказать какое-то недовольство. Молчать, может, допустим, молчанку играть, да? От чего? От того, что человек неуверенный в себе, ранимый. От того, что не может уже терпеть, хочется вроде высказать, но в характере этого нет, что вот он высказать уже хочет человеку, что вот уже, ну, кричать готов о том, что что-то несправедливо происходит. В общем, от неуверенности такое бывает. Или от не здороваются еще с теми, кого не уважают. Ну, вот даже, допустим, с начальством. Вообще вот такое бывает, что вышестоящие, ну, даже, допустим, мужчины, ну, это они не считают нужным поздороваться первыми. Человек, который привык не стелиться ни перед кем, он просто тоже перестанет здороваться, как бы, вот, и все. То есть по-простому вот этому «здравствуйте» можно очень много понять. Дальше. Вы можете, ну, это за секунду, да? Ну, я за, почему за секунду я чувствую энергетику человека, то есть искренность, неискренность. Вот не знаю, даже чужих чувствую. По взгляду, допустим, бегающий взгляд, человек что-то скрывает, потирает нос, тоже человек что-то скрывает по жестам. Закрытая поза вот такая, тоже человек что-то скрывает. Дальше.